Друзья, всем привет! Сегодня будем говорить про Background Wars. В частности, мы будем говорить про платформу ASP.NET Core и реализацию iHosted Service на базе этой платформы. Итак, поехали! Итак, давайте для начала определимся, с какими типами задач мы обычно сталкиваемся. Ну, я их делю на две категории. Это те, которые выполняются всегда, и те, которые выполняются по расписанию. В чем разница? Те, которые запускаются всегда, они при старте приложения вашего, там запуске контейнера, запуске Internet Information Server, то есть IIS, который в простонародье. Они стартуют вместе с вашим приложением и отключаются после завершения работы вашего приложения. Там, при рестарте приложения или еще что-то типа этого. Ну, то есть они характеризуются тем, что процесс их активен, пока работает ваше приложение. Да, существуют варианты, когда вы можете нажать на паузу, запустить снова или остановить ваши вот эти вот всегда работающие процессы. Ну и для примера я могу привести, например, Signalr, да, то есть он где-то там в бэкграунде запускает свой хост, поднимает и принимает подключение. По такому же принципу можно реализовать RabbitMQ. Например, MassTransit, то есть прослойка, которая работает через RabbitMQ в том числе, она запускается как hosted сервис, то есть работает в бэкграунде, устанавливает подключение и, в общем, принимает месседжи туда-сюда, летающие между вашим приложением и Rabbit'ом Message Queue, так называемым. Допустим, вы хотите реализовать какую-то очередь задач, которая должна выполняться постепенно. Ну, например, там 500 там, или 1000 запросов на какой-то сторонний сайт. Вот, для того, чтобы все 500 сразу не запускать, можно поставить их в очередь. И по мере там выполнения каких-то следующих будут запускаться уже по очереди. Опять же, очередь освободилась, задача как бы работает, очередь пустая, никаких запросов никуда не летит. Снова закинули в очередь, она увидела сообщение, начала работать. Ну, то есть очередь работает постоянно, то есть она постоянно проверяет наличие вот этих вот тасков, да, внутри вот этой очереди. А тем не менее, сам вот это, сам background worker, он эту очередь обслуживает, он работает всегда. Ну, я не знаю, какие еще могут быть варианты. Если есть, обязательно пишите в комментариях, может быть, я что-то упустил. Итак, следующие это задачи, которые могут работать по расписанию. То есть они запускаются в определенное время, и процесс, так сказать, останавливается, да, когда заканчивается время работы этой задачи. Ну, допустим, допустим, какие-нибудь обработки файлов в определенное время. Допустим, утром или там в обед и вечером по расписанию вы проверяете наличие каких-то файлов или там изображений там, на обработку или там Excel-овских документов, загруженных вашими пользователями. И вы их обрабатываете, сохраняете в базу, ну, как вариант, да. Дальше. Допустим, вам нужно отправить какие-то HTTP-запросы на сторонние сервисы. Сбор там каких-то данных по статистике, или там запрос там на сервер ЦБ получить курсы валют там на сегодняшний день. Там. Ну, вот, вот такие вот варианты, когда вы можете запустить запрос там в определенное время, не делая его там, там в, ну, в реальном времени, то есть в режиме работы response request, когда работает ваш сайт. Валидация данных. Например, у вас есть какая-то серьезная там синхронизация баз данных, и для того, чтобы обеспечить валидность данных, пришедших в вашу систему, допустим, утром или вечером, или в какое-то определенное время, или несколько раз в день запускается валидация данных, которая берет их и в своем там в бэкграунд-процессе проверяет на какие-то там, ну, не знаю, значения свойств или еще что-то типа этого. Далее. Чистка директорий. Допустим, у вас сайт работает, там загружаются файлы, куча там всяких телодвижений происходит в директориях вашего сайта. Ну и, допустим, ночью запускается чистка директорий темп, upload, просто удаляется, очищается, там сколько файлов удалилось, почищено, отправляется вам статистика. Ну и, собственно говоря, про поставить на паузу запущенные и остановленные, ну я на самом деле не вижу смысла ставить те процессы, которые не долгосрочные, на паузу, ну, по-моему, бессмысленно. Ну, может быть, еще у вас есть какие-то другие варианты, которые могут быть поставлены на паузу, или как пример перечислены вдобавок к тем, которые я озвучил. Ну, в общем, пишите в комментариях, тоже посмеемся. Дальше, смотрите. Собственно, реализация по расписанию, она в ASP.NET Core не существует, да, то есть есть бэкграунд сервис, который является реализацией интерфейса iHosted Service,
В iHosted Service там всего лишь два метода. Start Async и Stop Async. Они, соответственно, запускаются там где-то в глубине, да, то есть когда приложение стартует, там Application Life Cycle, и в нем вот этот процесс запускается на старт и стоп, там через таймер. Я про другое хочу сказать. Смотрите, такое понятие, как расписание, оно не говорит, что просто сам процесс стартует в это расписание. Нет. Оно также стартует, как и все сервисы, которые работают все время, но вот этот вот стартующий сервис, он как раз и отслеживает это расписание. Как только время в расписании наступает, то есть очередная сработка, то он запускает ваши задачи. Но при этом само расписание работает также по принципу «работает всегда», и при наличии совпадений там с временем оно, в общем-то, срабатывает и запускает ваши, собственно, процессы. Ну и давайте для демонстрации я покажу, как это можно использовать и, ну, собственную реализацию, собственно, Nuget пакет. Я думаю, что вы поймете, как это работает и сможете использовать в своих процессах, в своих сайтах и своих приложениях. Перед тем, как показать свою реализацию, я бы хотел бы еще раз уточнить, вернее, даже не столько уточнить, а заострить ваше внимание на том, что все сервисы, которые iHosted сервис реализацию, они всегда стартуют один раз и выключаются, когда умирает сервис. Также и работа по расписанию. То есть работа расписания стартует при старте сервиса и умирает, когда выключается этот самый ваш сервис. То есть и сервисы, описанные мной выше, и те, которые по расписанию, они всегда работают. Просто расписание запускает ваши задачи в указанное вами время. Итак, для того, чтобы продемонстрировать, как это работает, я первым делом хочу показать вам сайт MSDN, на котором есть уже готовые реализации, да. Ну, например, вот background сервис класс, который основной и является наследником, то есть реализация, да, и hosted сервис, и один из них timed hosted сервис. То есть он работает как? Запускается, какое-то время отработал и, собственно говоря, вырубается, да, когда задача заканчивается. Просто можете копировать и пользовать. Дальше есть consuming scope сервис, который тоже работает в бэкграунде. Разница с ним, с предыдущим, с тем, что... сейчас покажу, вот он. Что не просто запускается какой-то сервис, какой-то task, а в процессе запуска используется где-то здесь вот scope, да, то есть какой-то ограниченная песочница, так сказать, для ваших конкретных нужд. Я, в принципе, тоже использую этот вариант, особенно когда unit of work. То есть, ну ладно, поехали дальше. Есть вот тот самый, описанный мной на презентациях, то есть на слайдах, вот этот queued background task. То есть это набор задач, который при наличии этих самых задач запускает их последовательно. Ну и, в общем, через семафор, как вы видите, где-то здесь сейчас покажу, где-то был, вот, через семафор, то есть, большое количество задач, не все сразу, а определенная очередь. Ну, и здесь на базе вот этого сервиса построен как раз hosted сервис, который эти задачи запускает, сейчас найдем, где вот background processing, и берется из очереди, и отрабатывается, в общем-то, как все обычно. То есть, эта реализация, она есть, она работает, есть и другие реализации, но я бы хотел остановиться на другом. Смотрите, есть описание также бэкграунд-сервисов и для микросервисной архитектуры. И, в частности, вы можете с этим тоже ознакомиться. Ну и, в общем-то, тут ключевой момент в том, что все они так или иначе регистрируются как хост-сервис, потому что имплементируют этот самый интерфейс и работают в других потоках, собственно, где-то там, ну, где-то на заднем плане, если так можно выразиться. Ну и я бы хотел еще поговорить про расписание. Смотрите, такое понятие, как расписание, существует давно, особенно в Unix-системах. Собственно говоря, расписание есть и у майкрософтовских Windows-систем. Но есть крон, такой тип расписания, когда набором символов вы можете сгенерировать, ну, собственно говоря, любой последующий интервал для запуска. Ну, в качестве примера хочу показать вам вот такую вот штуку, которая называется crontab, сайт crontab.guru, вот через вот случайный вот генерацию, то есть буквально там вот таким вот набором символов, да, там цифры и звездочек можно сгенерировать, чтобы каждые 20,
3 минуты, то есть 1-2 часа. Ну, в общем, смотрите, да, то есть можно сгенерировать. Ну, по-простому, да, если я вот сейчас вот поставлю здесь ой, звездочки. Звездочка, 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 звездочка. Это говорит, что у меня вот это расписание будет генерировать событие какое-то, да, то есть какую-то таску, грубо говоря, каждую минуту. То есть вот, собственно говоря, она и об этом и говорит. Допустим, я хочу, чтобы мои задания выполнялись там каждые 15 минут. А я, допустим, даже хочу добавить, что вот, допустим, с 6 до 12 часов дня. То есть, и я могу добавить, чтобы она выполнялась, допустим, ну, первый, второй, там, третий, пятый и восьмой день. Вот так вот. И, ну, девятый день. То есть, 1, 3, 5, 9 числа, с 6 до 12 часов, каждые 15 минут будет выстреливать вот это событие. То есть, вы понимаете, что можно сформировать любую расписание, которое может быть использовано, например, вашим сайтом. Также здесь, собственно, можно указать, чтобы запускался 0, допустим, и 7. То есть каждую субботу и воскресенье, допустим, в 0 часов там 7 минут. Ой, в 7 часов 0 минут каждую субботу и воскресенье можно, чтобы это расписание запускалось. Таким образом, задание, то есть Hosted сервис, то есть он стартанет в вашем сайте и будет ждать, когда сработает вот это вот расписание, то есть наступит 7 часов 0 минут каждой субботы и каждое воскресенье, и он будет выстреливать события. Вот такой тип расписания я сделал в так называемый Nuget пакет. На мой взгляд, это достаточно удобная штука, и она работает. Мой Nuget пакет использует вот этот вот сборку, которая, как вы видите из описания, может генерировать вот на основании вот этого паттерна, то есть вот этих вот паттернов крон-тава, может генерировать то есть, расписание по вызову определенных тасков, да, то есть назначенные мной. Ну и в качестве примера я опять же хочу показать, как это работает. Здесь вот есть пример. Так. Вот на C-Sharp я его скопировал. Ставил вот сюда вот в линкпад. Ну и в общем здесь вот то же самое, что показано на картинке, да, то есть вот сгенерировалось эти вот понятия. Надо сказать, что вот эти расписания, да, вот эти как это триггеры для старта ваших задач вот по этому расписанию. Надо сказать, что здесь существует возможность использовать крон-таб еще и секундами. Ну просто вот в моей повседневной в работе никогда такого, собственно говоря, не требовалось, но нужно, чтобы вы знали, что это возможно существует. Вот. И здесь нужно просто указать, чтобы использовалось. Давайте я на следующую строчку перенесу. Использовалась настройка вот такая вот. Ну, то есть теперь можно будет сюда еще одну звездочку поставить, и это будет обозначать секунды. Но я сознательно это не делал в своей сборке, поэтому если вы захотите, вы сделаете свою. Мне вот хватает минутного интервала. Ну и также для примера могу продемонстрировать, как это может работать. Допустим, у нас сегодня какое? 9 месяц, 11, нет, уже 12 дата. И здесь я могу сказать, чтобы он генерировал, допустим, каждые там 30 минут. Ну, пусть просто каждые 30 минут какое-то событие. То есть сгенерировал расписание, которое соответствовало каждые 30 минут. Ну, и я добавлю сюда, допустим, дней немножечко. Пусть там, ну, пусть один день добавляется. И сейчас выполнит процесс. Вот вы видите, что у меня появилось расписание, которое в субботу, 12 сентября, в 0:30, в час 30. Ну, то есть каждые 30 минут будет дергать вот мою таску. Ну и, в общем, еще что хотел показать. Я сделал Nuget пакет. Сейчас я покажу, как его использовать. Nuget.org Колобонга микро сервисы. Ссылки я, кстати, все добавлю в описании. Давайте вот так вот, я, честно говоря, лабонгами. Вот, Background Workers. То есть достаточно установить этот Nuget пакет. Давайте я сейчас запущу Visual Studio и покажу на простом примере это использование.
у меня здесь... Нет, давайте я создам чистый новый проект абсолютно, даже без всяких Nimble фреймворков. Я просто его создам с нуля. Пусть он лежит у меня в моей папке temp, web application, ну, достаточно, пусть так и называется. Я его сделаю пустым, мне не нужен HTTPS, хотя, в принципе, вы можете выбрать какую угодно конфигурацию для вашего проекта. Моя задача — показать, как работает Background Worker. Установил, запустился проект, установились все зависимости, и первым делом, что я сделаю, ну, как обычно, удалю ненужные конфигурации для EIS и профиль EIS. Ну, вот таким вот каким-то вот образом. Теперь я переключусь в стартап и здесь удалю ненужные комментарии. В сервисах, конфигуру сервисах я подключу контроллеры. Сервисы, set controllers. Нет, не connections, controllers. Add controllers. Хорошо. А здесь я просто поставлю map, default, controllers, road по умолчанию. И сейчас я также быстренько создам папку controllers. И в ней создам home controller. Ой, controller. Хотя, кстати, он мне, конечно же, не нужен. Я ж ничего не буду с ним делать. Ну, ладно, тогда я удалю папку controller. Почему? Потому что для начала мне нужно установить сборку, которую я озвучил ранее. Колобонга микросервисы с background. Давайте я вот так сделаю, по-хитрому. Background workers, вот она, install. Да, хочу. Ну и, в общем, теперь у меня задача какая? Мне нужно сделать этот самый background worker и зарегистрировать его вот в этом вот месте. То есть services, add, hosted service, ну и, как вы видите, generic тип. Ну, давайте сделаем там one minutes hosted service. Ну, hosted service по naming convention, все, что связано с hosted service, я именую таким образом. И теперь я его создам. Да. Да, хочу. Ну и, наверное, я все-таки наведу некоторый порядок. Давайте я сделаю вот так. Сделаю infrastructure. Перенесу туда этот файл. Ну, этот, в смысле, тип. Инфраструктура пусть будет там. Ну, опять же, для порядка. Ну, и теперь мне осталось его, собственно говоря, реализовать. Как вы понимаете, у меня есть cron tab background hosted service. Он, как вы понимаете, находится в моей сборке. И единственное, что мне теперь остается сделать, это имплементировать необходимые штуки, которые позволят запускать эту систему. Итак, первое, schedule, schedule, если хотите, он соответствует стрингу, который будет вот здесь. Ну, давайте я сделаю вот таким вот образом. Я сделаю, чтобы он у меня запускался каждую минуту. И скопирую эту паттерн и подставлю его сюда как расписание. То есть у меня сервис будет стартовать каждую минуту. Здесь мне также нужно название сервиса. Ну, это больше для логирования, хотя вы, конечно же, так, я здесь не написал знак больше. Это должна быть стрелочная функция. Здесь напишу demo сервис. Ну и по большому счету, вот самый главный метод, который мне нужно реализовать, который, собственно говоря, и должен выполнять какие-то там внутренние операции. Что я могу сделать? Я могу сказать services. Ну, давайте сделаем так. var scope. Или нет, давайте вот так вот. Я покажу, что у меня уже сюда подключен scope, я могу его использовать.
Var scope. Хотя, конечно, я его не буду сейчас, но покажу, что его можно вот таким вот образом получить. То есть, если у меня, допустим, какой-нибудь unit of work получается, я могу вот так вот services, get service, ну и обратиться к любому сервису и проделать с ним нужные операции. То есть это уже сама операция будет происходить в отдельном скопе, который, собственно, не будет мешать другим. Ну, то есть вот такой вот вариант. Ну и для того, чтобы показать, что это работает штука, я сделаю так вот консоли write и скажу, давайте туда date time, допустим, ну, давайте UTC now toString. Вот так вот я сделаю. Ну, опять же, в целях демонстрации. Ну, да, здесь нужно подставить culture info. Давайте invariant сделаем. Нет, invariant. Ну, в общем, как вы понимаете, это у меня task, поэтому мне нужно или задачу сделать в виде task, либо сказать, что return task, нет, return task completed. Вот, ну и как вы понимаете, сейчас у меня сервис уже зарегистрирован в системе, сейчас он уже у меня имплементирован, и сейчас, когда нажму запустить эту систему, каждую минуту у меня будет появляться сообщение, в которое выведет текущее время. Ну да, забыл сказать, что для того, чтобы этот сервис запустился, внутри него там есть логирование. Как раз это логирование я и забыл сделать. Давайте покажу, как это делается. Постоянно про него, к сожалению, забываю. Ну, во-первых, iLogger он не принимает полноценный элемент, то есть это интерфейс, и мне нужно его немножко generic функцию, generic имплементацию подсунуть. Это делается вот таким вот образом. То есть я загружаю помимо Factory, я загружаю логгер, но не просто iLogger, а с generic указанием, чего именно он логгер. Ну и сейчас я когда запущу, сервис сейчас стартанет и начнет, собственно говоря, отрабатывать каждую минуту. Так, мне этот не нужен. Ну, я перемотаю некоторое время, а вы увидите, что он работает. Ну и как вы понимаете, так как вы тоже разработчики, вы понимаете, что отлаживать вот эти вот процессы, которые стартуют там раз в минуту, очень сложно, да, то есть, во-первых, процесс запустится повторный, закончится предыдущий, или, допустим, ждать там 12 часов, пока ваш процесс стартанет, ну, в общем, как бы совершенно даже неразумно. Я предусмотрел ситуацию, и я сделал такой override, который позволит стартовать сервис немедленно. В общем, это достаточно простой вариант. Я ставлю, использовать сервис при старте, ставлю большой интервал, ну, допустим, там каждые 15 минут. И получается, что вот эта вот настройка, или там каждые 10 минут, ну, чтобы последующий старт не перебил мой дебаг, если, допустим, на минутку задержусь в каком-нибудь окошке дебага, то следующий старт перейдет, в общем, на то место, где уже будет другой процесс работать. Я ставлю время побольше запуска, и вот этот оператор ставлю true, и начинаю, собственно говоря, дебажить. И таким образом я могу сделать следующее. Где мой таск? А, вот, я здесь бряку поставлю, и смотрите, как это сработает. Я запускаю приложение, поднимается сервис, проходит 5 секунд, и я падаю, ну и бряка падает в то место, где я ее, собственно говоря, поставил. Почему 5 секунд? Ну, чтобы сервис успел стартануть. Вот, прошло 1, 2, 3, 4, 5, и смотрите, я попал в этот. То есть отлаживать этот процесс на самом деле очень просто. То есть в следующий раз я попаду в этот метод, ну, на основании тех настроек, которые я поставил, через 10 минут. Ну, конечно, вы можете поставить меньше и более тщательнее, так сказать, дебажить этот процесс. Но, на мой взгляд, вот это очень удобный вариант использования.
Что дальше? Я бы хотел показать в будущем, наверное, в следующей серии, вариант реализации вот на основании такого расписания системы задач. Да? Она как бы прошла уже огонь и медные трубы, так сказать, и уже как бы оправдала себя во многих ситуациях. Я покажу это в следующем видео, как можно вот это вот расписание, то есть вызов задач по расписанию, наладить и отладить в вашей системе. Если вам эта реализация интересна, пожалуйста, отпишитесь в комментариях. Если нет, я тогда придумаю что-нибудь другое.